опрашивая адвокатов, изучив материалы дела, исследовав доводы сторон, не входя в обсуждение, доказанности или недоказанности вины обвиняемого Тишева, суд считает, что данное ходатайство прокурора о санкционировании меры пресечения арест подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Согласно статье 150 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в качестве меры пресечения применяется санкция суда лишь в отношении обвиняемого совершения умышленных преступлений, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения на срок не менее 5 лет. Но в данном случае суд принимает во внимание причастие обвиняемого совершившего преступление в состоянии алкогольного опьянения. Представитель потерпевшей стороны настаивает на санкционировании ареста. Исследовав материалы дела, подтверждает законность обоснованность применения мер пресечения в виде ареста, учитывая общественную опасность данного вида преступления, считает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению. В деле отсутствует условие, исключающее уголовную ответственность. Судом не может быть принято во время доводы адвоката и обвиняемого, поскольку они не могут служить основанием для отказа удовлетворения ходатайства следователя о санкционировании меры пресечения ареста. При таких обстоятельствах у суда оснований в отказе санкционировать в отношении обвиняемого не имеется. Согласно статье 153, части 15 УПК РК, срок ареста исчисляется с момента заключения под стражу. На основании изложенного руководства статьями 139, 140, 141, 150, 153 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан суд постановил ходатайство, исполняющее обязанности следователя управления дознания ДВД Карагандинской области Смахулова об избрании санкционного меры пресечения в виде ареста, поддержанное постановление прокурора города Караганды Серкулы о санкционировании меры пресечения в виде ареста обвиняемым по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан у Тешева Ирлана Амантаевича 6 сентября 1971 года рождения удовлетворить. Санкционировать арест по статье обвиняемого по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан Утешева Ирлана Амантаевича 6 сентября 1971 года рождения сроком на 2 месяца с 15 часов 25 минут 19 февраля 2013 года до 15 часов 25 минут 19 апреля 2013 года. Постановление суда санкционированного ареста может быть обжаловано обвиняемым защитником, а прокурором апелляционного течения суда с комментарием оглашением в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда через суд районного.